Пуфики, вам пизда нахуй. Всем привет, друзья, меня зовут Денчик Фломастеров, Кубок Фиферов 2023, и я блатной. Да, представляете, в этом году у некоторых фиферов не было жребия, мы сами выбрали команды, которые можно было. Мне вот когда предложили, остался Ливерпуль и Челси, я решил, что буду брать Ливерпуль. Ну и если посмотреть, командочка здесь реально очень даже заряжена. За аккаунт с таким потрясающим Ливерпулем спасибо огромное Никите Бирючеву. Есть, конечно, свои проблемы у этой команды, мне, например, не хватает какого-нибудь прям большого нападающего и большого игрока в центре. Поля. Для меня это, честно говоря, прям боль. Но команда, конечно, намного лучше, чем у большинства. Может быть, хуже, чем у некоторых блатных, но в целом очень-очень хорошая. Этот состав стоит немалое количество монет. И если вдруг вы хотите себе обновить состав или собрать крутейший состав, то мой надежный продавец монет Александр Рожков, который уже 8 лет на рынке, поможет вам сделать это быстро, безопасно и надежно. Также у него вы можете сделать предзаказ новый EA FC 24 по отличной цене, подписки PlayStation Plus и другие игры. Сейчас у него проходит финальная распродажа монет. Ну, если вдруг вы хотите свое золотишко тоже сбагрить, то пишите ему. Ну, а промокод Денчик даст вам еще и скидку 10% на монеты и 5% на игры. Пользуйтесь. А еще у него в Телеграме проходит розыгрыш на Ultimate издание и AFC 24. Ссылка в описании. Как вы видите, я специально подготовился. Сзади меня побольше места, потому что сегодня пуфиком, возможно, будет пизда. Не знаю, как играть против ПСЖ. Там состав вообще без слабых зон. У меня, как вы видите, есть даже 86 карт в составе. В общем, давайте кидать приглас. Мы играем дома. Ливерпуль против ПСЖ. Это будет мощно. У меня в заложниках Златан Ибрагимович. Акул, если ты мне сегодня будешь забивать голы, ему не поздоровится больше, чем пуфиком. Ну что тут? Ебанистический состав. Кимпембе, Маркинис, Санчес 96, ну и конечно Мбаппе, Неймар и Месси. Просто пиздец ебический. Самое главное не пустить быстро, все. Акул волнуется, акул переживает, и ничего не получается у него, теперь наша контратака. На нем давление, у него ПСЖ, и он забивает первый гол. Пуфики, вам пизда нахуй. Ван Дайк, блядь, долбоёб. Долбоёб, блядь, из-под него забивает. И Нунис, верти, еби, унижай-яй-яй-яй. Хорошо, Нунис, супер. И давай в обраточку, и по флангу, давай. Блядь. Милнер дальше на Чемберлейна, Чемберлейн на Фермина, 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 сука. Чемберлейн на Фермина, Фермина, сука, Донарума, заебал ты отбивать. Так, акул уже боится, жмет паузу. Салах, отлично, навес туда на Александра Арнольда, да иди нахуй, прыщ, какого хуя он все ловит. Блять, он не добавил ни одной минуты, ну какого хера-то? Какой же поеботу забил акул. И Салах, давай, 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 находим, и сейчас. Да, блядь, как ты не забиваешь? Донарума, иди в пизду. Фермина, отдавай. И Нуньес, 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 пенальти, РФ. Ставь, конечно, сюда, насосали. Ну, теперь самое главное забить. Давай, давай, давай. Нет, 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 да ебучий случай, сука, как я запорол. Как же акула отскакивает, просто пиздец какой-то. Забивай, пожалуйста, да, блядь. С игры забиваем. Все, продолжаем так же и дожимаем акула. Давай, дружочек, побольше прессинга. Хорошо, просто супер вышли через прессинг. И передачку на Салаха. Тащи, тащи, тащи. И сам бей, сам. Да, какой потрясающий гол. Счет 2-1 меня устраивает, так что главное сейчас не пропускать, держать. Месси, охуеть, фар. Все нормально, 2 минуты. Бля, я еблан. Хотел ложный замах сделать. Ладно, акул фейерплей сделал. Отдал мяч, и мы уходим. Свисти, свисти, судья. Первая победа в Кубке Фиферов. Выигрываем ПСЖ, акула 2-1. Это охуенные эмоции. Побеждать пиздато. 10 ударов против 2, ну без шансов совсем. Побеждать всегда приятно. У акула 100% горит, у акула бомбит. Обязательно нужно посмотреть, ссылочка на его ролик есть в описании. Ну а мы идем в стату 1-0. Отличный шанс на выход из швейцарки. Приятно, приятно, приятно обыграть ПСЖ, когда на тебя никто не ставил. Я идиот, потому что я решил, что надо записывать с петличкой, чтобы было удобно там бить пуфики и с хорошим звуком все это было. И не включил вот ту херню, которая принимает звук с камер.
Я идиот. В целом у меня звук писался еще с микрофона, но он пиздец далеко стоит. Так что я пока не знаю, как я буду выходить из этой ситуации. Но эмоции там ебейшие, так что нужно будет сейчас что-то придумать. Я сам понимаю, что получилось не особо круто. Вы, конечно, можете видеть мои эмоции, но вы не можете их слышать качественно. К сожалению, так в этом ролике получилось. Пришлось вот накладывать звук сверху. Это, конечно же, совсем не то же самое, что оригинал. В дальнейшем таких косяков, я практически уверен, не будет. Так что, ребят, подпишитесь на канал. И мы заберем с вами этот кубок Фифера. С Ливерпулем можно делать большие дела. Ну, я думаю, вы поняли то, что начало, вступление я перезаписывал, потому что в отличие от матча, его перезаписать можно. Хотя уже тогда я знал, что я акула-то, а? В 0-1 отправил. Пуфики сегодня, кстати, у нас немножечко получили, но это только начало.